Я встречаюсь с Кавказом уже год. Все говорят, что с кавказцами встречаться опасно. Лично я в этом никакой опасности не вижу. Кошка, это ваш молодой человек там лежит. Я ни в чем не виноват, я ни в чем, говорю, не виноват я. Да ты не виноват я. Не виноват. Петрович, иди сюда, Петрович. Не виноват я. Мой бывший парень вообще не любил моих подруг, а мой кавказский парень поддерживает самые теплые отношения с моими лучшими подругами. Кавказские парни тоже могут делать неожиданные сюрпризы. Это моя жена Фатима. Давай домой, иди жрать готов. Ты что, охренел? Что? Это же жена, я даже с ней не сплю. Многие говорят, что кавказцы грубые и неромантичные. Не знаю, лично мой парень выводит меня в лес на прогулку каждые выходные. Дай патроны, патроны заканчиваются. Я считаю, что своему парню нужно помогать во всем. Давай быстрее, давай. Отойди, говорю тебе, отойди отсюда.